Приготовим курицу с айвой. Берем курицу, у меня она около 2 кг. Приправа для курицы и айва. Нарезаем айву на 4 части. Курицу хорошо обсыпаем приправой. В брюшко кладем айву. И закрепляем все зубочисткой. Лучше оставить пропитываться курицу на ночь в холодильнике, так же как и рыбу. Запекаем курицу при 180 градусах где-то 1,5 часа. За полчаса до готовности можно смазать смесью топленого масла с 1 чайной ложкой меда. Получается очень красивая корочка. Курочка получается сочная, с ароматом айвы. И айва тоже пропитана соком курочки. Очень вкусная.